поздравляем всех с открытием зимнего сезона в городе Бирске. Ура! И слово предоставляется заместителю главы администрации Сергею Владимировичу Гридневу. Добрый день, участники сегодняшних соревнований. Я поздравляю вас всех с открытием зимнего сезона. Зимний сезон сегодня действительно открывается, судя и по погоде, и по календарю. Поэтому я считаю, что он не располагает для длительных выступлений. Я желаю вам удачных стартов, занимайтесь физической культурой и спортом. Всего вам доброго. Следующий наш старт – это наши четверорогие друзья. Четыре собаки. И еще будут четверенки на самом деле, и двух собачек на лугу. И выглядит это запряжённо. Я от всей души хочу поздравить вас с открытием зимнего сезона. Я думаю, что он уже месяц как начался. Погода нас радует. Я желаю вам активного отдыха и чтобы каждый день заканчивался вам с вами лыжными прогулками. Потому что...